А теперь перенесемся в подмосковные Люберцы. Там полыхнуло в прямом смысле, потому что девушка подожгла квартиру, пытаясь, вдумайтесь, изгнать из нее демонов. Соседы рассказывают, жгла она их сознанием дела, спокойно так и даже при этом улыбалась, а после босиком разгуливала и книжку читала, пока ее жилище себе спокойно пылало. Самое интересное, полиция к ней в тот день уже приезжала, потому что девица учинила в квартире полный беспорядок, но увозить не стали ее. А зря, в итоге чуть не сгорел весь дом. А вот эта история, честно, я даже не знаю, как это назвать, кроме как полный трэш. А нахуй ты в толчок-то залез, я на тебя по***л, ты в курсе? Я знаю, уходи, сейчас я пойду мыться еще, уходи, говорю, сейчас вылезу. Ты что, гонишь, что нахуй вообще в толчок-то залез? Надо было, я прятался. От кого? От человека. От какого? Который за мной гнался, я специально залез сюда, потому что он меня здесь явно не найдет. Но и это еще не все, смотрите дальше. Не, ну ты вообще адекватный? Я адекватный, нормальный, ничего не курю, ничего не пью. Я говорю, дай мне вылезти, пожалуйста, гол. Закрой дверь, пожалуйста, дай вылезти. Хуй, ты угораешь, чувак. Дай вылезти, говорю тебе, закрой дверь. Двери закрой, пожалуйста. Свои версии происходящего пишите в комментариях.